Когда не было ни титанов, ни богов-олимпийцев, случилась великая битва. Гнев первых богов. Тех самых, что создали Землю, яростно бушевал веками. И с той ярости, того безумия, возникли фурии. Ни титаны, ни боги, ни тени, ни смертные. Фурии были сами по себе, ибо они стражницы чести, вестницы погибели, кара предателя. Зевс пришел к власти и понял, что бояться сестер нечего. Свой гнев фурии обрушивали лишь на виновных. Первым провинившимся был Гекатанхейр Эгион. Принеся кровную клятву Зевсу, он вскоре предал царя олимпийцев, и фурии не замедлили явиться. Фурии бросились в погоню за Эгионом и, схватив несчастного, жестоко истязали его. Ибо смерть слишком легкий удел для клятва преступника. Так свершилась судьба Эгиона в назидание другим. Пример для тех, кто решится нарушить клятву, данную Богу. Я приветствую подписчиков и зрителей канала. Меня зовут Семен. И как вы уже поняли, мы начинаем наше слепое прохождение свежевышедшей игры под заголовком God of War Восхождение. И как вы поняли, главные действующие злодеи, антигерои и антагонисты нашего друга Кратоса, коим мы и будем играть, здесь будут выступать фурии. Ну а что еще? Кого еще придумать? Всех богов Кратос уже в предыдущих частях истребил, весь олимпийский пантеон. И они решили, я имею в виду разработчиков из компании Santa Monica, копнуть поглубже в древнегреческую мифологию и нашли там еще одних жертв для гнева Кратоса. Давайте начинать. В принципе, тянуть нам нечего. Создадим профиль. Давайте создадим новый. Это займет довольно значительное время. Это мой первый запуск игры. Я всегда начинаю прохождение, предварительно не играв, ибо так интереснее намного для меня. Это, как вы уже поняли, приквел к предыдущим трем частям и спин-оффам серии. Так что будем играть события, происходившие задолго до тех, что произошли, и тех, что мы видели раньше. Так, новая игра. Средний уровень сложности. Поехали. На Sony вообще, по моим так наблюдениям, очень долгие загрузки. Но им это простительно. Какие эксклюзивы они выпускают. Можно немножко и посидеть, повтыкать в пустой монитор. Так, вроде сейчас должно начаться, я надеюсь. Почему все темно? Кратос, военачальник спартанцев, был жестоко повержен, лишенный разума. Измученный, неуверенный ни в чем, великий воин попал в липкую паутину, сплетенную фуриями. Нет, никогда. Вот он, наш друг Кратос. У него всегда такое выражение лица, что ему просто даже страшно смотреть в глаза.
Так, я ничего делать не могу. Просто наблюдаю. Мой DualShock за номером 3 периодически вибрирует. Ой-ой-ой, как ему тяжело должно быть. Сделали бы мне какие-нибудь Quick Time Events, я бы тоже понажимал. Видимо, сейчас меня к этому и подготавливают. Здравствуй, Кратос. Кто ты? Женщина с компьютерным голосом. Ой, какие большие навозные мухи. В чем дело? Ты растерялся, Кратос? Забыл, как чудесно мы с тобой проводили время вдвоем. По пьянке, скажи, закрутилась, не отлепишься. Правда, затем нас грубо прервала моя сестрица. У Олега-то нет ни капли такта. Да чё ж ты такая кровожадная, эта тварь, лупишь и лупишь по мордасам. Не волнуйся, уж тебя-то я научу уважению. Используйте, чтобы увернуться. Отлично. За то, что ты отнял, за мной дал шок. Ай, не вовремя. Да что ж ты будешь делать? Все, ждем. Оп, промахнулась тварь. Отлично. Это нам только на руку. Хорошо. Получай, тварь. Камбушеньку. Твой гнев не поможет. Ты сомневаешься в этом? На тебе. Хорошо. Кратос свободен. И понеслась. Темница проклятых. Дали нам сразу первую награду. Смертному не убить меня. Так, давайте немножко обыкнемся с управлением. Я последний раз играл в третью часть. Но это было уж очень давно и неправда. Так, что у нас? Перекрестие ничего. Левый стик бег. Разберемся по ходу. Но ты ничто. Так, притягиваем, да? Для прыжка, для двойного прыжка. Хорошо. Первые уровни любой игры — это всегда ознакомление с управлением. А учитывая, что я играю в 3-4 игры подряд, мне довольно тяжело бывает перестроиться, поэтому не ругайтесь на меня, если я где-то буду немножко опростоволосиваться. Индикатор ярости заполнен. Новые приемы доступны только при заполненном индикаторе ярости. Для быстрой атаки квадрат, для мощной треугольник и кружок для физической атаки. Отлично, если нажать вместе квадрат и треугольник, будет мощная атака какая-то, да? Отлично. Я вообще не любитель слэшеров. Именно из-за того, что надо нажимать 58 тысяч кнопок одновременно. Но в God of War я не могу не поиграть, потому что, ну, здесь слова вторичны, это God of War. Зря Арес так хотел вернуть тебя. Так, я так понимаю, мы пока только с мухами воюем. Отлично, муху в рукопашку, это забавно. Так, притянуть я ее не могу. Давайте просто мочить ее. Графически, конечно, игра выглядит достойно и красиво. И за что мы любим God of War, это за гигантизм, да? Огромные локации с очень внимательным отношением к деталям. Здоровенные боссы. Большое количество различного рода уродов, тварей. Все это фауна этой игры, которую населяет. Бесчисленное количество. В каждой игре добавляются какие-то новые виды. Но вообще мифы Древней Греции, да, это такой большой простор для фантазий. По ним можно выпускать игры хоть каждый месяц.
Все можно что-то найти, придумать, додумать. Так. Ну что ты, моя щупальца? Куда поползла? Так, R1. Жмем. Используйте эти сферы для улучшения способностей Кратоса. Ну, отлично, здесь будет небольшая прокачка. Так, это у нас запись. Хроники Гекатон Хейра. Каждую ночь они приходят ко мне в камеру. Невозможно передать словами, что они делают со мной. Паразиты Мегеры. Мне никогда от них не избавиться. Мы читали записки того парня, которого в самой начальной заставке эти фурии заточили в камень. Ну ладно, с управлением, думаю, рано или поздно мы обвыкнемся. Умри, да ты не буянь. Хорошо. Так, они сейчас кого-то выпустят из этих камер, 100%. Но это, конечно, не Крадос. Он с одной такой мухой не справится. Ага, они их жрут, и они начинают мутировать, да? Ладно. У него сразу копыта, блин, выросли здоровые какие. Нажмите, чтобы захватить противника. Нажал. И сразу по морда самому. Иди сюда. Иди отсюда. Забавно кидать их друг друга. И потом мочить. Отлично. Я вообще не любитель, как я уже говорил, слэшеров. Я поэтому, допустим, пропустил мимо своего взора последнюю часть Devil May Cry. Поиграл демо-версию и понял, что такого количества экшена моя голова не выдержит. Постоянно что-то на экране происходит. Так, тихо, не буянить. Иди сюда. Так, сейчас с этими парнями разберемся. Мне больше нравится в рукопашку их мочить. Хорошо. Ну давай, кто на меня? Кто-нибудь атакует, нет? Ну отлично, пока отрабатываем прием по уклонению и бросанию их друг друга. Что происходит на экране, вообще непонятно, но Кратос в эти секунды успевает сделать 1000 движений. Так, вот этого добиваем. Хорошо. Я играю в эту игру не именно не из-за боевки, а для того, чтобы проследить за хорошо продуманным сюжетом, посмотреть красивые пейзажи. Я вообще, когда в школе учился, очень любил мифы Древней Греции. Ни хрена из них не помню, но любил их читать. Оп. Давай последнюю в рукопашку. Его, видимо, можно добить. Хорошо. Ты погибнешь в попытках освободить. Да ладно ты. Что ты постоянно меня пытаешься демотивировать? Так, что вот это значит? Надо зацепиться, да? Ладно, давайте осмотрим, может быть, что-то найдем. Что-то интересное, может, какую-нибудь записочку или еще что-нибудь. Камеру поменять невозможно, но не сказать, что она довольно неудобна. В принципе, выбирает довольно удобоваримые ракурсы. Поехали. Отлично. Теперь зацепимся. Ладно. Двойной прыжок есть практически в любой игре от третьего лица. Мы все невинны, так что заткнись! Он заражен! Мы все безумны! Так, это, я так понимаю, у нас здоровье. Хорошо. Так, пока нижние триггеры мне недоступны. Парни, вас выпустить, нет? Ну, извините меня, не до вас. Так, еще одна записка. Хроники Гектон Хейра.
Тяжелые, конечно, греческие имена для выговора. Как легко принести клятву богам и как сложно разорвать ее. Фурии по-своему понимают справедливость. Ну да, за что наказали Кратоса-то, да? Предыстория-то. Весь сыр-бор в чем, что Кратос дал клятву Аресу, но из-за происшествия, из-за того, что он заставил его же, я имею в виду Кратоса, убить свою жену и ребенка, Кратос эту клятву нарушил, а как мы поняли из заставки, фурии это не прощают, и все, кто нарушает клятвы богов, платят за это. Но это не относится к Кратосу, потому что мы уже накостыляли огромному количеству небожителей, что для нас какие-то сраные фурии. Пошли. Вы можете отключить отображение подсказок в меню. У нас неважно, пускай будут подсказки. Так, хорошо, пошли. Здесь недоступно. Как-то слишком тихо. Так, возьмем меч. Увидишь, как мы тут обходимся с предателями. Хорошо, оружие, которое можно проводить серию ударов и оглушать врагов. Давай, посмотрим, каким образом мы будем оглушать врагов. Если не ошибаюсь, это называется орудие мечи хаоса. Так, ну заходим. Ой, сколько у вас тут повылазило. Отлично. Это теперь та кнопка, которая была завязана на ближний бой, теперь у меня в ней завязаны мечи. Ой, хорошо, мы его разорвали. Когда над нашими врагами появляется такой красный индикатор, их можно очень красиво, ну если смерть человека или там какого-то животного с большим выдиранием кишков можно назвать красотой, то в принципе про это я имею в виду. Не хватает какой-нибудь круговой атаки. Ну, отлично. В принципе, с этими мы справляемся довольно легко. Хорошо. Я до тебя доберусь, тварь ты сисястая. Ты можешь против гекатанхейров? Это гекатанхейры? Она назвала их в честь того самого бедняги. Ой, какая мерзость. Мне сейчас придется с одной большой рукой сражаться. Видимо. Ой, а чё пальцев-то шесть? Твою-то мать. Эдак его расплющило-то. Так, моя задача какая? Вот про вот этот гигантизм я и говорил, что... Когда начинают рушиться локации, и вот это еще по меркам God of War, это еще босс весьма и весьма небольшой. Ну давай искать путь решения проблемы. Так, куда ты будешь бить? Давай, 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 давай. Так, ну мы немножко вроде его покоцали. Хорошо. Пока вроде просто можно его убить и все. Особого смысла я не вижу больше. Будем просто его кусать. У меня, кстати, здоровья не так много. Так. Хорошо, потек мой маленький, потек. Что-то он бьет как-то четко по центру. А, все, разозлился, да? Ну, давай. Ох ты, падла. По-моему, он сейчас меня закоцает. По-моему, он меня закоцал. Первая попытка, не профит.
Атакуйте клинковым оружием, чтобы заполнить индикатор ярости. Хорошо. Клинок — это у нас рукопашечка. Первая смерть, да, неприятно, но я не особо искусный игрок в слэшеры, поэтому я буду умирать, и это нормально. Так. Иди сюда. Так, индикатор ярости заполняется, нет? Вроде да. Хорошо, давай, давай, давай. Хорошо. Отлично, не даем ему опомниться. А ему хоть бы хно, он нас коцает. Хорошо, ну давай. Не угадал. Попали. Теперь прыгаем на него. Вот эти Quick Time Events в игре особо хороши. Отлично. Самое главное, что они довольно понятны. То есть большая кнопка загорается на том месте экрана, который соответствует местоположению кнопки на джойстике. И это довольно упрощает процесс. Так, перешли на следующую стадию, да? Хорошо. Ой, ты меня поймал, падла. Я себя вообще не вижу. А, вот он я. Понял. Когда он проводит свои вот эти атаки, надо прятаться в выбоины. Вот как сейчас. Потом выпрыгиваем. И мочим его. Ну, быстрее только делай это, Кратос. Приходится часто прятаться. Давай. Хорошо. А, быстрее! Успел. Хорошо. Давай, давай. Ждем. Ах ты, падла! Это нечестно. Успел, нет? А-а-а-а. Он еще и ловит на этих моментах, падла. Но его надо ловить на этих же. Хорошо. Насколько я помню, сколько я играл в God of War, у меня постоянно бои с боссами. Так, что жать-то? Хорошо. Иди сюда. Get over here! Как кричал Скорпион из Mortal Kombat. X. Хорошо. Л1. Жмем. Отлично. Получилось? Я так понимаю, что нет, судя по тому, что я упал. Так, ну давайте еще одна попытка. Отлично. Y, вернее, треугольник. X. Хорошо. А, вот я дуралей. Надо было оба триггера жать. И правый, и левый. Я только левый жал, на правый не обратил внимания. О, так хорошо. Мы его собственными же щупальцами перерезали ему глотку. Неплохо. Ну чё? Испужалась фурия? Интересно, я её в этой же миссии сразу коцну, или мы долго будем за ней бежать еще пол игры? Так, отлично. Убежали. Ах, провалился. Вниз. Так, правее. Между ними.
Хорошо. Правее, между ними. Отлично. Теперь куда-то в местную канализацию. Клоака. Хорошее название для этого места. Говорящее само за себя. Так, отлично, R1. Сын царицы Фурии явился свету в эту ночь. О нем ли гласило пророчество? Как может отец обвинять новорожденного во всех грехах? Не совсем понял, о чем, но смысл в этом какой-то должен быть. Ну хорошо, давайте на этом наше знакомство с вышедшей новой игрой в серии God of War под заголовком «Восхождение» закончим. Продолжим уже в следующих сериях. Напомню, это приквел предыдущим играм. И потому, что я поиграл, могу сказать, сделать вывод такой промежуточный, что да, это God of War с той же механикой игры, с той же красивой картинкой, с теми же гигантскими локациями с виду, да, не с точки зрения исследования, то есть открытыми, а именно выглядящими на экране большими мостами, строениями, замками и всем остальным. Ну и победили уже одного из промежуточных мелких боссов, нельзя назвать его большим, если говорить о том, что можно было увидеть в предыдущих частях, но я думаю, нам здесь еще приготовят сюрпризы, как с точки зрения геймплея, так и сюжетные. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Anybody Play. Все, пока. Пока.